В городской администрации состоялась презентация новой автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города. Новый проект представляет собой электронную базу данных, визуализированную на картографической основе. В ней содержатся все необходимые сведения для заинтересованных лиц в сфере градостроительства и земельных отношений. Пока портал работает в тестовом режиме и доступен только сотрудникам администрации. Но уже в будущем году планируется обеспечить не только доступ к нему надзорных органов, но и возможность получения данных системы неограниченному числу пользователей. Новшество позволит сделать работу всей градостроительной деятельности города абсолютно прозрачной для всех сторон. Застройщик хочет сделать инвестиционный проект, он хочет поставить аквапарк. И для того, чтобы он не играл в темную, не зависело от того, разрешат ему или нет, он должен увидеть, что вот эта часть территории города по регламенту может быть использована это и это. Здесь есть вот такие-то свободные участки, здесь есть такая-то обеспеченность коммуникациями. То есть все абсолютно по-честному. А для человека, для жителя Иваново, если у него под окном неожиданно работает экскаватор, он может просто зайти и посмотреть, почему вдруг решили здесь строить автомойку, кто это разрешил, прям вот конкретный человек, там, к месту территории будет привязан акт о разграничении, там, какое-то межевание, разрешение.